Всем привет! Свое новое видео про свои растения я хочу начать с ужасной новости, просто катастрофической. Здесь, на этом месте, у меня был гимнокалициум, который цвел регулярно. Короче, он сгнил. Он прекрасно выглядел. И за 2 дня он стал просто коричневый, и пришлось его выбросить, спасать там было нечего. И спустя где-то 2 недели, только что у меня произошло вот это. Земля сухая. У нас была влажность в воздухе 80-90% даже 3 дня подряд. И, в общем-то, я его полила, видимо, не вовремя, и как раз наступила влажность. И произошло вот такое вот с кактусом. Спасать тут нечего, все отправляется просто в мусорник. 2 моих самых любимых кактуса умерли в течение 2 недель. Лучше вогнать